после которой зубры один потеряли один балл. Выделили их в неосновое время. А вот здесь такая красота, и лапа Андрей забивает. Поменялся. А кто это у нас тогда был? 76-й? Вторая шая улетает или нет? Остановка. И цветовая гамма прям приятная, да, вот глазу. Не знаю, мне нравится. Шейников. Ну что, третья шая улетает. Тигр, 13 незаброшенных шайб. 13 заброшенных шайбы сейчас мы увидели. Она была не так давно. А вот здесь уже момент у зубра 2. И они забывают, и они пользуются этой возможностью. С зубром 2. Да что ж такое? Это здесь игрок под номером 76. Я в протоколе его не замечаю, честно говоря. Есть у меня одно исправление. Это близнецов по 20 номерам сегодня. И все, больше нет исправлений. Играть на свой максимум, проявлять свой максимум. И тем самым покажет лучшие результаты. Не Валиев. Вот так вот просто переигрывает голкипера. И это какая шайба? Пятая. Ну да, 6-1. А, вот здесь седьмая. И это остальное колесо. Я наблюдаю и вижу, что он разминается. Быть может... На третий период, например, его выпустят вместо Позднякова. Почему бы нет? Почему бы ему не дать практику? А вот здесь уже заброшенная шайба отдаляется. Вышли они за вороны. Еще и четвертый игрок, полевой вышел. А вот здесь такая ошибка. И в итоге-то что? И в итоге постреляли. Проезжали его, недопоняли. Зубр один атакует теперь уже. 2-1 выход. Валеев сам решил зарядить. И как здорово попал. Ты как здорово попал. Ты прям свое преимущество. Преимущество. Вот и все. А вот здесь забивает зубр 1. Так, смотрим. Зубр 1. Опасно. Очень здесь опасно играли сейчас. И вполне могли 11-ю забрасывать. И вот здесь она влетает. Все-таки быть ей. 6 у нас, да, было? 6 игроков у зубров 1. И долго там выясняли у нас. Здесь он ошибается. И в итоге то шайбу Василий Кирилл вводит в зону. Бросает Доценко. Добивание. И это заброшенная шайба. Конечно же, он потерял скорость. А игроки победы ее лишь только набирали, когда были в погоне за ним. Да, ну вот здесь бордеры на добивание. Здорово действует. И это 2-0. Игрока Шокера победы. И он бросает. И Доценко на еже. А далее это добивание. И очень опасно. И вылетающая ворота. 3-0. Не знаю, правда, от кого они будут. Хотелось бы верить в то, что забросил Джой победа. И так и происходит. Забивает. Забивают они. Кравчук, 75-й Багрец и 89-й Шек. Ну, всех озвучил. Все. Итак. Здесь у нас остановка небольшая. Легко, возможно, психологически это сделать, но нужно. Нужно с ней распрощаться, иначе получит 3 минуты штрафа. А вот здесь атака Локомотива прекрасная, и это вторая шайба. И это вторая шайба. 2-0 в пользу Локомотива, а здесь можно попробовать и третью забросить. И вот он, выход на ворота, и смотрим. Не, и закатывается, как обидно, но шайба закатывается. Все, вот атаку есть, даже на парочку. Итак, Локомотив завел шайбу в зону, можно бросить, а можно даже передачу найти. Находит. И какая же здорово разыграна. Вбрасывание на средней зоне. И после этого вбрасывания шайбы у нас оказывается Локомотив. И вот здесь Калинин. Бросок! Ой-ой-ой! Какая красота! И у меня... Снайперов игроки Локомотива. Иначе в противном случае при их касании шайбы будет положение вне игры. А вот здесь ошибка! И это пятая пропущена. Шайбу в зону пропускает мой игрок Локомотива Роман Шек. Передача на пятак, и совсем немного Чермянин до нее добрался. Зато Гудимов добирается. Подставление! И Роман Шек на него забил. К примеру, да, так как он был там один на пятаке. И куда было бы больше шансов того, что забьют сейчас. Жалеет сейчас Локомотив. Жалеет сейчас, вернее, снайперы. В списках у нас, ну, ладно, все, что ворочек так. Ворочек у нас сегодня. И, казалось, в разборках я не успел. Некоторые стратегии, которые работают по таким паттернам, скорее, игры. И заброшенная шайба просто принимает шайбу комета. И еще один бросок будет фиксироваться. Хорошо, сейчас повезло вратарю. А фиксируется ли гол у нас или нет. Далее у нас возвращаемся к игре. И комета у нас летит в... Атаку на команду. И все-таки гол фиксируется.
получится из этого тандема Ганжи. И... ну, все-таки Даша отпадает и гол. Борьба удачная. В этот раз вот тут у нас выходит Бордиловский. Бросок и заброшенная шайба от команды «Пират», дорогие друзья. Получает снова шайбу на Мангирова. Пытается сам отыграть. Не нужно было на Патрушева, но гол все-таки. Ротарь ловит шайбу, но отправляет ее. Андрей против Анатолия. Сопова выходит. Бордиловский. И успешно заброшенная шайба. Дьяконов Максим за Интерайс играет. 6-й буковец Данила. 90-й Васильев Дмитрий. 23-й Захаров. И сходу забитая шайба. Не проходит. Прям его команда сегодня выигрывает. Колкутов Николай у нас получает 2 минуты. И... сейф от вратаря уже. Хотя там, наверное, Сомба как-то сыграла. И заброшенная шайба, казалось бы. К сожалению, Финикин и получается заброшенная шайба. Приуныла команда Винтерендайз. Прямо заметно пимпел. Давит, давит и давит. И еще одна заброшенная шайба. Точная переда. Было с победой, когда на реванше Винтер забил еще больше шайб. Ну как такое возможно? У Пашенных марка оказалась Бонда. 7-я шайба за командой Вимпел. Было бы неплохо. Бросок Бондаря. Еще одна шайба за командой Вимпел. Этой возможностью. А здесь Самара вполне убегает в ворот в 1-0 в меньшинстве забивает. Забивает в меньшинстве он. Времени 1.5 минуты, так что смотрим. Сураев. Ой-ой-ой, какая ошибка. И это уже заброшенная шайба. Не торопится Солонцы с броском, все правильно идет. И вот здесь заброшенная шайба. Эту шайбу нанести бросок с пятака, но не получилось. Атака и Солонцов. Хороший розыгрыш. 3-1. 3-1. Стартует второй период с того, что вбрасывание выигрывает Енисей. Но здесь небольшая потеря. И в итоге-то пропускает бросок. И очень было опасно. И непонятно, было ли взять. Арбитр указывает, что... да, то есть... так ли это? Арбитр посмотрел, ничего там не увидел. А вот здесь нарушение правил на игроки Енисея. И большинство сейчас будет для команды. Енисей. Слушай, шайба у нас здесь. И... красивая заброшенная шайба. Соперника своего. Хорошая передача, луговик. Вот он выход. И 4-4. 4-4. Ну что? Списать их с счетов. И вот если сейчас Казанцев не забросит, то все закончено. Казанцев. Демидов надежен. И все, заканчивается. Подошла игра. Это к своему концу. Победу одерживает команда Енисей. Вот такая волевая победа. После остановки или во время игры арбитр при возможности возьмет и подвезет ее к скамейке. Черногорская, и тот каким-то чудом не смог переиграть. И там были в моменте пустые сейчас ворота, пустой угол. Ну и попадает по ним защитник Железногорска. А вот здесь уже вторая заброшенная шайба. Серьезно, не висит. А если будет чуть послабее соперник, то будет еще опаснее. А вот здесь Железногорск забывает третью шайбу. Ну здесь ошибка. Но здесь не особо у него это получилось сделать. И вот здесь Железногорск забросит и четвертую забивает. Забивает. 4 секунды до 5-го полевого в составе Енисея. Никитин, хорошая передача по синему на партнера, бросок и шайба в ворот. И шайба оказалась в ворот. Там игроки Железногорска его принимают, собственно, очень даже просто. И здесь очень опасно. И забивает игрок. С командами, я имею в виду, ниже уровня по его.
Ой, ну ты не развиваешься в любом случае. Да, ты наиграть можешь какие-то комбинации. Да, вот здесь какой великолепный розыгрыш демонстрирует у нас команда. Тоже, в принципе, это неплохо. 38-й бросок. И здесь не справляется. Не справляется. И Васька. Катит, переводит на партнера. Отсюда заходит в зону. 44-й номер передачи на партнера. И шайба в воротах забивают у нас. Росомахи выигрывают вбрасывание. Хананов набрасывает. Там на пятаке стоит только забросить. И да, шайба в воротах. Это гол. При выходе из зоны диагональный перевод на свободного. 33-го номера. Тут обыгрывает защитника. И что у нас здесь? А у нас здесь удаление. У нас продолжает Баранов Артем работать. И бросок касания. Это гол. Медленно, не спеша, игрок катит. И шайба в воротах. Забивает у нас здесь. Опаснейший момент. Передача. Еще атака. И гол. Забивает у нас команда Зубры. Передача на 87-го номера Чумилина. Бросок. И при этом еще бросок. Все. Удобные руки забивает у нас игрок. Вот это грубовато со стороны игрока Спартака. Начинает набирать скорость. Третий номер команды Яр. Передача хорошая, бросок и шайба в воротах. Забивает у нас Яр. Кадушкин на партнера. Здесь хорошо открывается. Десятый номер убегает. И шайба в воротах. Это гол. Начало сейчас нам показывают в первом периоде. Сразу залетают в зону. И шайба в воротах. Неплохо. Отвечают сейчас у нас. Высокий перевод. И как хорошо в нейтрале принимает эту шайбу игрок. Бросок и шайба в воротах. Зелен забивает вторую, сравнивает. Вот и все лучшие игроки обеих команд. У нас обозначены. Здесь опасно. Очень забивание. Шайба в воротах и забивает. Забивает у нас Зелен. Включается в атаку. Переводит диагонально 13 номера. Отсюда Иванников. Из-за ворот передача на пятак. И шайба в воротах. Это гол. Волкуновича закатывается в зону игрок. Бросочек, Тюркин в игру вступает, добивание, шайба в воротах. Но удачный для команды Ястребы. Завладевает шайбой, бросок нужно делать прямо сейчас в ворота и удачный гол. Миллер-Марк уже не отпустит, видимо, эту шайбу. Марк проходит в зону, обвел почти всю защиту и забросил пас. Ну, все-таки уже Скорбикер проходит, Шулишка. Бросок и заброшен. Удачные пасы сейчас выигрывать команду Грон. Нужно давать пас партнеру, но не удается. И Тарасачев выходит сходу. Игорь броска удачного не следует, к сожалению. Две попытки пытался сделать, а две, к сожалению, провальные.